Артемий Киселев и в эфире четвертый выпуск Международной онлайн-школы волонтеров сферы сохранения исторической памяти. Сегодня мы поговорим об особенностях общения с нашими дорогими ветеранами Великой Отечественной и Второй мировой войн. Первый гость поможет понять, как чувствуют себя люди с изменением возраста и что нам надо знать при общении с ветеранами. В студии кандидат в психологических наук, психогеронтолог Оксана Архипова. день, уважаемые волонтеры! Меня зовут Оксана Васильевна Архипова, я кандидат психологических наук, психогеронтолог и эксперт всероссийского общественного движения Волонтеры Победы. Освоив этот материал, вы сможете более эффективно взаимодействовать с участниками Великой Отечественной войны, которым оказываете помощь и поддержку. Мы поговорим о том, что происходит с человеком в старости и как лучше с ним взаимодействовать, учитывая эти изменения и особенности. Итак, начинаем изучать психологию старости и знакомиться с ее основами. Прикоснемся к миру пожилого человека оригинальным образом и напишем Синквейн. Синквейн – это нерифмованное стихотворение, состоящее из пяти строк. Что вам понадобится Возьмите лист бумаги, ручку или откройте заметки в телефоне. И давайте попробуем составить Синквейн вместе по пунктам. Для примера я тоже буду писать свой Синквейн вместе с вами. Итак, строка первая, определяемое понятие. И им у нас будет ветеран. Строка вторая. Нужно подобрать два прилагательных к понятию. То есть записать. Ответ на вопрос, какие ветераны? У меня, к примеру, замечательные и уязвимые. Строка третья. Подбираем три глагола к понятию ветеран. Отвечаем на вопрос, что делают ветераны? У меня они будут такими. Восхищают, помощь принимают, делятся воспоминаниями военных лет. Строка четвертая фраза из четырех-пяти слов или некая метафора. Фраза может звучать так. Ветеранов осталось мало, хочется помочь им. И строка пятая вывод. Это некое обобщенное понятие, которое позволяет выразить личное отношение. Мой вывод такой. Надо знать, как правильно взаимодействовать с ветеранами. Что же в итоге получилось у меня? ветераны, замечательные и уязвимые, восхищают, помощь принимают, делятся воспоминаниями военных лет, ветеранов осталось мало и хочется помочь им, но надо знать, как правильно взаимодействовать с ветеранами. Вот и нарисован обобщенный портрет ветерана. У вас он может выйти другим, особенным. Мне очень интересно, а что же у вас получилось? Давайте теперь поговорим об особенностях старения. Что же происходит с человеком с возрастом? Некоторые основные моменты нужно обязательно знать. Это поможет вам лучше общаться с ветеранами, понять, что же чувствует пожилой человек. Итак, по достижении взрослого возраста мы замечаем изменения в нашем организме, происходящие на каждом этапе жизненного цикла. После 30 лет нам могут понадобиться очки, после 40 лет нам может стать сложнее поддерживать оптимальную массу тела, после 50 нам может стать физически трудно играть в спортивные игры с детьми, а после 60 нам трудно услышать, о чем говорят за столом во время званного ужина. Организм постепенно изнашивается и он не может функционировать так же хорошо, как и раньше. Давайте же рассмотрим процессы а старения с научной точки зрения, но ну, простым языком. Это особенно важно, чтобы лучше понимать, что ощущают наши дорогие ветераны. Итак, старение головного мозга. По мере старения объем головного мозга уменьшается. Однако это не оказывает существенного влияния на способность человека запоминанию, так как мозг может компенсировать эти изменения. Но есть риск развития деменции, то есть слабоумия, если старение проходит ненормально. Она является результатом повреждений головного мозга по множеству причин. И тогда у пожилого человека нарушаются память, внимание, мышление и могут возникать психотические реакции. Он не запоминает свежую информацию, не воспринимает сложные предложения и логические аргументы. Но хорошо помнит прошлое, и это нам нужно использовать. Ветерану могут помочь наши записи, напоминания, например, о запланированной встрече. А взрывные реакции не воспринимайте на свой счет. Слабость нервной системы уже не позволяет ветерану держать себя в руках. Дальше мы поговорим об изменениях мышечной силы. По мере старения происходит уменьшение объема и силы мышечной ткани. Иными словами, пожилой человек ощущает, что силы уходят, и мышцы уже не способны выдерживать ту нагрузку, которая еще недавно казалась посильной. Поэтому мы помогаем ветеранам по дому, частично беря сложную для пожилых людей нагрузку на себя. Но то, что пожилой человек еще может делать сам, пусть делает это поддержит его активность. С возрастом происходит снижение плотности костной ткани. Стареющий организм усваивает меньше продуктов кальция, минерала, играющего ключевую роль в поддержании здоровья костной ткани. Кости становятся хрупкими, пористыми, и из-за этого высок риск получения переломов при падениях, после которых очень трудно потом восстановиться. Поэтому надо быть очень внимательными при сопровождении ветеранов на парадах и мероприятиях, поддерживать при согласии под руку и озвучивать заранее все препятствия и перемещения. Например, так. Иван Иванович, сейчас надо спуститься с небольшой лестницы, там семь ступенек. Возьмите меня под руку. Или вам удобнее, чтобы я вас взяла? Аккуратно спускаемся. Также происходит нарушение в сердечно-сосудистой и легочной системой с годами в сердечно-сосудистой системе пожилых людей происходят необратимые процессы. Снижается эластичность кровеносных сосудов, и сердце начинает сокращаться с меньшей силой, объем выброса уменьшается. Это приводит к повышению давления, а сердечные заболевания провоцируют нарушение дыхания, появлению одышки из-за кислородного голодания тканей. И также нарушается терморегуляция, Пожилые люди все время мерзнут, но одновременно им душно, поэтому необходимы лекарства, они всегда должны быть в кармане или сумке ветерана. При переходах на значительные расстояния подстраиваемся под темп пожилого человека, не подгоняем «давайте быстрее, давайте быстрее» и делаем небольшие передышки. В помещении, где находится пожилой человек, должна быть температура не ниже 18-21 градуса по Цельсию. А теплые носки, шали, пледы в качестве подарков никогда не будут лишними. Изменения зрения и слуха. Непосредственное влияние старения распространяется на зрение, слух, чувство вкуса и обоняние. Обычно в первую очередь человек замечает ухудшение зрения, особенно периферического. То есть бокового. Различные патологические процессы затрудняют фокусировку на близко расположенных объектах, ухудшают зрение в условиях тусклого света и способность адаптироваться к изменению освещенности. Некоторые люди кажутся неловкими, так как испытывают проблемы с оценкой расстояния между объектами, например, между столом и чашкой или ступеньками лестницы. Некоторые люди не осознают, что проливают жидкость э, и спотыкаются из-за изменения зрения. Поэтому волонтеру нужно корректно предлагать помощь, иметь под рукой салфетки, поддерживать ветерана под руку, получив согласие. Но если произошла такая неловкость и ветеран засмущался, улыбнитесь и скажите, что со всеми такое бывает. Волонтеры могут следить за перегоревшими лампочками, чтобы старики не сидели в темноте так как им уже сложно выполнить замену самостоятельно. Но некоторые пожилые люди могут отказаться от нормального освещения, так как это приводит к снижению оплаты за электричество. Все предметы ⁇ пульт от телевизора, очки, носовые платки и прочее ⁇ должны лежать в привычных местах, так как из-за изменения периферического зрения пожилой человек уже не может видеть полную картинку. И если ветеран не увидел вечно привычном месте после вашей уборки по дому, то может подумать, что вы ее взяли. А этих рисков нам нужно с вами избежать. К изменениям слуха относятся изменения способностей регистрировать высокочастотные звуки, что может затруднять распознавание слов. Обратите внимание, что повышение голоса при разговоре в данном случае бесполезно, так как проблема заключается в высоте звука, а не в громкости. Вместо этого следует говорить немного медленнее и стараться проговаривать слова полностью, стоя напротив пожилого человека. Старайтесь следить за тем, чтобы очки и слуховой аппарат всегда были с ветераном при необходимости. Итак, мы с вами многое узнали. И переходим к этике общения с ветеранами. Рассмотрим топ-5 самых распространенных вопросов. Зная особенности старости и старения, учитывая возрастные особенности, вы теперь сможете лучше понять и усвоить правила общения с пожилыми людьми. Вопрос первый. Как и о чем говорить с ветераном? При разговоре с пожилым человеком не используйте сложные предложения. Стройте простые предложения из 5-7 слов. Не используйте сленг или слова, заимствованные из английского языка. Избегайте использования терминов или сокращений, незнакомых пожилому человеку, с которым вы общаетесь. Используйте простые слова, которыми вы можете передать сообщение. Говорите достаточно медленно, чтобы четко выразить свои мысли и дать человеку время подумать о том, что вы говорите периодически делая паузы, чтобы дать человеку возможность ответить или задать свои вопросы. Говорите достаточно громко, чтобы вас услышали, но не слишком. Если у человека есть проблемы со слухом, подойдите к нему поближе. Не стесняйтесь что-то рассказать. Чем вы занимаетесь, историей жизни, волонтерской деятельности. И помните, что самое приятное для человека, это разговор о нем самом. Выстраивайте позитивное общение, подбадривая ветерана. И различные мелочи, как уютно в доме, как растет зелень на грядках, какие красивые внуки и правнуки. И если он рассказывает о своих маленьких житейских победах, обязательно похвалите. Проявите к нему интерес, спросите рецепт, как ему это удалось и что для этого нужно сделать, какой у него секрет и прочее. Вопрос второй. Как и что спрашивать у ветерана? Будьте активным участником беседы. Уделите все свое внимание ветерану. Будьте активным слушателем. Старайтесь не перебивать собеседника и не думать о том, что вы собираетесь сказать дальше, а вместо этого действительно сосредоточьтесь на том, что пожилой человек старается вам сказать. Задавайте вопросы по мере необходимости, чтобы убедиться, что вы правильно понимаете человека. А в случае необходимости попросите ветерана предоставить вам дополнительную информацию или продолжить разговор, повторив ему его собственную информацию, вопрос и прочее. Общайтесь на общепринятые темы – погода, природа, здоровье, новости. Старайтесь избегать некорректных вопросов, например, а почему вы оказались в доме ветеранов или в доме престарелых? Это может быть связано с травмирующими событиями. Но если ветеран уже сам начал рассказывать о произошедших событиях, можете задавать уточняющие, интересующие вопросы, но постоянно следите за состоянием ветерана, его мимикой, интонацией голоса. Вопрос третий. Как реагировать, когда ветеран плачет? Часто случается, что при общении ветераны начинают плакать. Не пугайтесь. Не воспринимайте это на свой счет. Это происходит не из-за вас. В этом виноваты возрастные особенности психоэмоциональной сферы. Старые люди становятся чувствительными. У них легко появляется слезливость по разным поводам. Что делать? Как реагировать? Возьмите небольшую паузу. Слезы скоро прекратятся, ветеран успокоится. Хорошо, если у вас есть с собой бумажные платочки, которые можно предложить. Когда ветеран заговорит первым, это сигнал к продолжению беседы. Ориентируйтесь по ходу беседы самостоятельно. Может лучше переключить тему разговора, а может продолжить и текущую тему. Она может быть важной для человека. Иногда пожилому человеку важно просто выговориться кому-то. Просто внимательно слушайте, легко кивая головой. Никогда не говорите, ничего страшного, не надо, это не успокаивает. Если уместно, лучше возьмите за руку. Итак, вопрос четвертый. Уместен ли тактильный контакт при общении с ветераном? Тактильный контакт ⁇ это вторжение в зону личного пространства и требует особой деликатности. Он возможен и нужен. При общении с ветераном, если он уместен и корректен, можно взять пожилого человека за руку. Плечо это социально приемлемое место для тактильного контакта. Можно слегка приобнять. Опять же, если это уместно. И наблюдайте за реакцией. Тактильный контакт может быть просто неприятен некоторым людям. Иногда просто спросите разрешения, можно вас обнять. Ну а с мужчинами приняты рукопожатия. И пятый вопрос. Как реагировать, когда слова ветерана не совпадают с реальностью? Могут возникать ситуации в общении, когда слова ветерана не совпадают с реальностью. Это вызвано возрастными изменениями, множественностью хронических заболеваний, а в некоторых случаях результатами деменции. Никогда ни в чем не обвиняйте пожилого человека. Вы должны понимать, что в этот момент... Ветеран действительно верит в то, что он говорит. Будьте объективны. При общении старайтесь успокоить ветерана, скажите, что понимаете его переживания, попробуйте переключить его внимание, проверяйте полученную информацию, соберите при необходимости дополнительную информацию у третьих лиц, и, конечно, эта ситуация требует врачебного вмешательства. Необходимо как минимум сообщить в социальную службу. Надеюсь, вы учтете эту информацию, уважаемые волонтеры, что улучшит взаимодействие с ветеранами. Движение волонтеры победы ⁇ это прежде всего люди. За взаимодействие с ветеранами в нашей команде отвечает Ксения Юрьева. Она, собственно, и поделится своими личными историями о работе с ветеранами и расскажет о своем пути в волонтерах победы. Встречаем! Всем привет! Меня зовут Юрий Ксения. С 2016 года я являюсь членом Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Моя история, мне кажется, одной из самых уникальной. Помню, когда я увидела пост о наборе в волонтерскую команду, а именно поиск регионального руководителя на территории Курганской области, мне безумно захотелось попробовать свои силы. Честно, тогда не знала, как сложится судьба, куда и что к этому приведет. Но искренне было одно, и это желание. Когда впервые я подала свою заявку, свою кандидатуру на участие в данном конкурсе, честно было страшно. Но понимала, что результат будет самым невероятным, и это принесет мне большую пользу. Совсем а, проходит немного времени, я позвонила в наш департамент а, Курганской области и а, сказала о том, что хочу попробовать. И здесь, вот знаете, все закрутилось, завертелось. Сначала мне попросили, что необходимо предоставить портфолио, кучу разных бумажек, но здесь а, я сказала, что вот знаете, честно, у меня нет времени собирать эти бумаги, потому что я в этот промежуток а, творила добрые дела со своей образовательной организацией. Тогда а, мне сказали, извините, мы не сможем а, принять вашу кандидатуру. Проходит немного времени, и уже департамент а, позвонил мне и а, предложил со словами стать региональным координатором волонтеров Победы в Курганской области без а, различных бумажек, а только необходимо было прийти и рассказать немного о себе. На тот момент в Курганской области меня уже знали как активного и целеустремленного человека. За моими плечами уже было более шести лет волонтерской деятельности на территории образовательной организации. Когда я прошла небольшое собеседование, мне рассказали, как и что будет. И тут долгожданный звонок с центрального штаба честно, было волнительно. Мне рассказали все мои функции, действия, как из чего нужно было начинать. И первое мое мероприятие состоялось зимой. На самом деле это был исторический квест. Мы впервые организовались со своей маленькой командой из шести человек для различных ребят из образовательных организаций. И вы знаете, в тот момент, мне казалось, что я провалила мероприятие, честно могу сказать, потому что пришло буквально две команды. На улице было минус 30, а мы подготовили именно все точки на улице. Но здесь я увидела горящие глаза ребят. Я видела, как они хотели принять участие. Мы для них провели все на высшем уровне. Ну а потом все мероприятия закрутились и завертелись. После зимы наступила долгожданная весна, и это 1-9 мая в роли регионального руководителя, организатора всех важных и памятных дат. И в нашем регионе по традиции проходила акция ⁇ Дорога к ветерану ⁇ Мы стартовали от площади в разные уголки нашего региона на машинах, вот самые отдаленные уголки, где проживают наши дорогие ветераны. И вот 2016 год, это был первый год, когда я познакомилась с ветераном Великой Отечественной войны. Знаете, было очень на душе, так спокойно, когда я взяла его за руку и поблагодарила за мирное небо и сказала спасибо лично. Ведь мой прадед Юрий Алексей Лаврентьевич э, также участвовал в боях Великой Отечественной войны, но мне не удалось его поблагодарить. Когда э, он был еще жив, а мне было всего лишь 6 лет, мне было неинтересно слушать о Великой Отечественной войне. Мне хотелось играть, как и любому ребенку. Но впервые, вот этот момент трогательный я прочувствовала, когда поблагодарила ветерана, именно находясь в движении «Волонтеры Победы». И вы знаете, меня настолько вдохновила эта история, и в память о своем прадеде я решила, что я буду дальше помогать ветеранам Великой Отечественной войны и делать все для того, чтобы их жизнь была чуточку ярче, чуточку лучше и, конечно же, комфортнее. 2017 год, и помню, как я прошла одно маленькое испытание, организованное аппаратом Центрального штаба. Не буду рассказывать, как это было, но было достаточно интересно. И я стала, так скажем, неформальным членом команды мастеров. Эта команда стояла чуть больше 10 человек. Наша задача была выезжать в регионы и помогать делать мероприятия, организовывать работу на местах. И помню, как нам в чат написали о том, что нужны добровольцы, которые помогут организовать работу волонтерского корпуса «Доброволец-2017». Недолго думая, я написала, что я согласна. И а, через некоторое время я приехала в Москву. И вместе с аппаратом Центрального штаба я а, организовывала, точнее, стала а, соорганизатором этого масштабного события. И после я уже собиралась ехать в регион, а, делать дальше, творить добрые дела а, на территории Курганской области. Но здесь мне поступило предложение от Ольги Амельченковой, которая предложила мне э, стать менеджером проектов и возглавить работу по помощи ветеранам э, на территории э, всех субъектов. То есть пригласили меня работать в Центральный штаб волонтеров Победы. Были минуты сомнения. Как же? Я только построила команду, я открыла юридическое лицо, и вот-вот э, все начиналось. Но я понимала, что у меня есть силы на большее, и самое главное, это было желание. Я приняла э, с удовольствием данное предложение, и с декабря 2017 года я работаю в аппарате Центрального штаба Всероссийского общественного движения ⁇ Волонтеры победы ⁇ И вот здесь, друзья, моя жизнь э, вообще начала полностью переворачиваться. Было максимально много задач, много интересных проектов. Э, я начала выстраивать системную помощь ветеранам Великой Отечественной войны во всех субъектах нашей страны. Было сложно, были слезы, непонимание, не зналось, с чего начать, как выстроить так, чтобы эта система заработала эффективно. И вот спустя 4 года я смело могу сказать, что система работает. И в каждом уголке нашей страны активисты движения помогают ветеранам. Я постоянно с ними на связи. И я делаю это так, чтобы ребята могли помочь как можно большему количеству ветеранов Великой Отечественной войны. Знаете, в моей работе было очень много простых и добрых примеров. Помню, как однажды к нам в центральный штаб позвонили с Казанского вокзала. И спросили, а вы занимаетесь а, помощью ветеранам? Я как раз взяла трубку и говорю, конечно, занимаемся. Они такие, приезжайте к нам на вокзал, а, к нам приехал ветеран. Я а, тут же срываюсь, еду на казанский вокзал, приезжаю, и а, приехал ветеран Великой Отечественной войны искать правду в Москве из Оренбургской области. Мы с ним переговорили, узнали, что ее беспокоит, какая проблема у нее произошла. Все записала я и обещала вернуться с ответом. И в этот же момент, в этот же день, я уговорила ее вернуться обратно к себе домой а ее проблемой уже заняться а, непосредственно в Москве и сделать так, чтобы она была решена. А, не поверите, это была, а, наверное, самая сложная задача, а, потому что проблемы касались именно юридического характера. Но а, в тот момент, а, когда я говорила, что мы все решим, в моей голове уже был определенный план. Мы связались с разными э, представителями Оренбургской области, рассказали, э, какая проблема существует у ветерана. И вы знаете, никто не остался равнодушен. И здесь э, мне хочется отметить, что когда вам ветеран рассказывает о своей проблеме, и даже если вы понимаете, что вы не сможете ее решить, есть достаточно большое количество людей, которые могут помочь. Прошло чуть больше трех месяцев, мы решили данную проблему, и ветеран был очень-очень доволен. На этом добрые дела, конечно же, не заканчивались. Помню, как мне скинули ссылку с фейсбука, где ветеран Великой Отечественной войны написал о том, что ему не продают билеты, он очень хочет побывать в городе Герой Севастополь. Я тут же связалась с ветераном, мы нашли его контакты, позвонила. Вот знаете, очень сложно позвонить и э, начать разговаривать с незнакомым человеком. Но в это время на моем лице была улыбка. И это поспособствовало сразу э, тому, что ветеран начал со мной э, открытый разговор. Мы договорились с ним о том, что я ему в течение нескольких дней перезвоню и дам ответ. И вы знаете, в тот момент, когда мы с ним разговаривали о том, как он хочет побывать в Севастополе, в Бахчисарае, в Ялте, я честно не предполагала, как можно разрешить данную проблему. Но я верила, что окажутся рядом люди, которые смогут это сделать. И когда я положила трубку, здесь все завертелось, закрутилось. Я вспомнила, что у нас есть э, связи э, остались, когда мы э, отправляли мобильные телефоны в регионы. И я позвонила э, специалисту, и говорю, вот у нас есть такая проблема, у нас ветеран очень хочет побывать в городе Герои. Мы готовы его сопроводить, встретить, но у нас нет возможности, как у коммерческой организации, оплатить ему железнодорожные билеты. И здесь мне сказали, Ксения, не переживайте, мы вам обязательно поможем. И уже буквально через пару недель ветеран отправился в путешествие по а, нашей стране, а именно из Ярославля его сопроводили наши ребята добровольцы. Непосредственно в Москве я его встретила, а, сопроводила его на речной вокзал, мы погуляли на экскурсии, затем съездили в храм а, вооруженных сил, о котором он тоже мечтал там побывать, и уже непосредственно а, отправила его на поезде в город Герой Севастополь. И там его уже встречали также наши активисты. Ребята организовали встречу, экскурсии для ветерана. Он несколько дней э, пробыл, э, так скажем, на, тер... на теплой территории и э, смог пообщаться с молодежью. Это была удивительная история. И самое главное, что, друзья, она до сих пор не закончилась. Сейчас э, мы с Михаилом Николаевичем переписываемся. Поздравлять друг друга с праздниками, и совсем недавно он мне написал о том, что хочет прокатиться на теплоходе Москва-Астрахань и побывать в городе Героев Волгограде. Мы обязательно в 2022 году исполним его мечту. Ведь это здорово, когда мы можем это делать. Следующая моя история, друзья, она была э, максимально, мне кажется, уникальной. Как-то на меня вышли на связь с программой ⁇ Модный приговор ⁇ И рассказали о том, что у них будет программа, которая будет посвящена Дню Победы. И предложили принять участие для того, чтобы рассказать о том, какую мы деятельность проводим. Ну и в целом они искали героиню которая помогает старшему поколению. И вышли на меня. Честно, было страшно. Никогда не принимала участие на таких передачах. И когда мы созвонились с сотрудником данной передачи, я решила не стесняться и проговорить одну мечту друга нашего движения, Смирновой Зои Павловны. Ей было всего лишь 7 лет, когда началась Великая Отечественная война. И она маленькой девочкой помогала в городе Брест своей матери. И у нее была любимая кукла. Ее звали Светланка. Эта кукла, к сожалению, не пережила Великую Отечественную войну. Но ребятишки из школы в 2000-х годах сделали макет. Но у Светланки было не то платье. И постоянно, когда я приходила в гости к Зои Павне, она мне рассказывала, что у Светланки должно быть другое платье. И мне эта история вспомнилась. И я решила не стесняться и попросить у модного приговора исполнить мечту Зои Павны и сделать кукольное платье. Но вот здесь мне захотелось не только порадовать Зою Павловну и ее куклу, но и мне хотелось сделать и для Зои Павловны что-то приятное. И мы договорились с программой «Модный приговор», что они сделают платья одинаковые для Зои Павловны и для Светланки. Это был большой сюрприз для Зои Павловны. В то время она находилась на реабилитации, и мы с ней общались по сотовому телефону, я у нее спрашивала размеры, э, вкусы, э, какое платье, как, э, как выглядело платье, в, в котором была Светланка в годы войны. И она у меня постоянно уточняла, зачем, зачем тебе нужна информация? Но я говорила, что скоро узнаете это сюрприз. И э, когда Зоя Павловна вышла, э, закончила э, реабилитацию. Мы а, посетили ее с представителями программы «Модный приговор» и подарили это платье. Это было безумно, а, вот знаете, на душе было так радостно, что таким маленьким поступком мы а, до сих пор, а, Зоя Павловна нам говорит спасибо и слова благодарности. Друзья, я вам много рассказала о себе и своем опыте э, при работе с ветеранами Великой Отечественной войны. И сейчас хочу поделиться с вами несколькими советами. Первый совет. Никогда не опаздывайте к ветеранам. Даже если э, это происходит, обязательно позвоните и предупредите его. Пусть это 5, 2, 3 минуты. Ветераны очень пунктуальны, и они люди еще золотой закалки и очень важно их э, посещать вовремя. Второй совет, друзья, относитесь как к своим бабушкам и дедушкам. Ветераны э, Великой Отечественной войны это люди с богатейшим опытом и большой историей жизни. Они готовы с вами делиться своими советами, своими знаниями. Обязательно при посещении э, Уточняйте у ветеранов, чем они занимались э, до войны, после войны. И очень сильно вам рекомендую не делайте акцент на первой встрече э, на вопросах именно о Великой Отечественной войне. Важно, когда вы познакомитесь с ветераном уже поближе, вы сможете ему задать эти вопросы. Но на первой встрече сделайте так, чтобы у вас остались только яркие и теплые воспоминания. И третий совет, который мне хочется дать каждому добровольцу нашего движения. Друзья, на дворе 2022 год. По нашим данным, да и по данным Минтруда, в нашей стране проживает чуть больше 20 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Давайте успеем записать видео воспоминания их. Давайте успеем сохранить память о их подвиге. Вы можете записывать не только участников и инвалидов Великой Отечественной войны, но и тружников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников нацистских концлагерей. Каждое воспоминание это копилка. И, возможно, вы сейчас... Думаете, что это не так важно, но через 10, через 15 и через 20 лет ваша работа будет очень высоко оценена. Но а сохранить память о каждом ветеране Великой Отечественной войны, который проживает на территории Российской Федерации и в других странах, нам поможет информационная платформа ⁇ Забота о ветеранах ⁇ .РФ совсем скоро волонтеры Победы ее презентуют. На ее разработку ушло больше года. Но эта платформа позволит нам сохранить каждое видео воспоминание и показать его нашим будущим поколениям. Спасибо вам за вашу работу. Я желаю каждому из вас сил, терпения. И, как говорится, вдохновение. Всегда на связи Юрий Ваксения. Напоминаю, именно ты можешь войти в топ-200 лучших участников онлайн-школы. Что делать, ты уже знаешь. Обязательно зарегистрируйся и успешно пройди все тесты тренировки в Skill Cup. В следующем уроке мы поговорим о том, как создавать и продвигать исторический контент в соцсетях. И на этом у меня все. До встречи в следующих выпусках.